Видновчане чувствуют себя в безопасности. Только так можно объяснить факт того, что жители оставляют средства индивидуального передвижения без присмотра и без специальных креплений. Беспечностью воспользовался 45-летний Александр, который присвоил себе 10 транспортных средств. Мужчина проникал в подъезды многоэтажек и похищал велосипеды и электросамокаты. А куда вы в дальнейшем эти велосипеды? Отвозил на станцию Калинова, продавал. Кражи продолжались с февраля по март. За это время злоумышленник похитил велосипедов и самокатов на сумму более 180 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска Видновского отдела полиции установили личность подозреваемого и на одной из улиц города его задержали. Вы ранее судимы? Да, судим. По какой статье? Статья 158, часть 2. А вы один раз судимы или несколько раз? Несколько раз. А это кража, да? Кража, да. А что вы украли ранее? Велосипеды. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям на территории Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ.